Добрый день, наши уважаемые покупатели. Магазин Олимпия, город Екатеринбург, опять продолжает радовать вас новинками, которые появляются и которые мы привозим специально для вас, радуя вас. И, конечно же, наши коллекции уже представлены. Это торговый центр Greenwich, магазин Олимпия, город Екатеринбург. Итак, сегодня мы рассмотрим одно пальто, которое уже стало бестселлером. Оно идет на повторах до 60-62, начиная даже с самых маленьких, 44-го, на любую расторгу. В данном случае на мне длина 120-125 сантиметров, зависит все, конечно же, от размера. Мы получили новый цвет, это золотистый беж, и посмотрите, как красиво украшен и оттеняется норочкой под орех. Светлый орех, канадская норка, и вот такой вот переход от темного к светлому смотрится, конечно же, замечательно. Напоминаю, кто первый раз смотрит данное пальто, при получении, вообще мы эту модель рассматриваем, ее должно быть много, да, то есть вот она такая, более свободный силуэт у нее идет, пояс идет с прорезными, вот здесь вот боковыми, с прорезями боковыми. Пояс мы можем выдернуть и носить без пояса, можно повязывать сверху, а можно, чтобы спинка у нас с вами оставалась свободной. Здесь идет по стилю халат, никаких кнопок, крючков здесь не надо, это исключено. Итак, вот сейчас я повернусь, а вы посмотрите, что спинка в данной модели остается свободная. Вот таким вот образом. Очень удобная база, спущенное плечо. И, конечно же, у нас получается по бокам разрезы. Разрезы делаются всегда, шлицы, разрезы. Оно зрительно делает пальто элегантно и увеличивает расторгу обладательницы данного пальто. Увеличивает длину ноги. Это здорово. Итак, карманы прорезные. И самое главное, что это итальянская ткань. Горобьяна, мы уже с ними знакомы. Она идет двусторонне, но пальто сразу проговариваю, конечно же, с одной стороны. Шикарная итальянская роскошь по доступной цене. Стоимость изделия 97 тысяч с учетом скидки для подписчиков соцсетей. Шикарно, просто шикарно смотрится. И, конечно же, это пальто будет вне времени. Это богатая классика, которая не меняется, пройдя 5, 7, 10 лет, она останется также актуальной. Хороший V-образный воротник. Здесь можно носить, пожалуйста, в расстегнутом виде. Когда вы одеваете и охота вам утеплиться, конечно же, в общем-то, простегиваем, провязываем, еще раз покажу вам, на пояс, и уже фиксируется очень хорошо ткань. Это удобно. Ткани Лурабьяна очень редко садят на подкладочную ткань. Это, во-первых, само по себе изделие, ткань очень теплая, легкая и, конечно, имеет великолепные свойства несминаемости. Вы очень часто спрашиваете. Даже иногда пальто, когда у нас приходят, мы получаем, практически их не надо ни подутюживать, ни гладить, а это очень большой плюс. Дальше. Мне всегда нравится, когда идет браслетный рукав, да? То есть, в принципе, данную модель можно работать на разную расовку. Мы не привязываемся, нету отрезной талии, поэтому ниже среднего рассматриваем, средний, ну и, конечно, на выше средний рост. Запросто оденем 170, 175 и выше. Кстати, все наши изделия можно на заказ, если мы не попадаем, и если изделия распроданы в торговом зале. Это тоже очень большой плюс. Далее, мы знаем эту модель, и мы уже ее продавали для наших покупателей. Это красивый базовый черный цвет, я сейчас его обязательно покажу. Очень красивая расцветка, и статусно самое главное смотрится. Дальше королевский синий. Мы опять его получили, этот цвет, ждали. Проблема вся в том, что сейчас, конечно же, поставки итальянских тканей — это всегда задержки, поэтому успевайте. А данную модель можно носить как весной, так и, конечно, осенью. А для кого-то многие регионы отмечали, что проносили даже и в зиму. То есть вариант очень хороший. Стоимость изделия, еще раз повторяюсь, 97 тысяч с учетом скидки. Хочу показать качество работы. Посмотрите, все карманы, они идут с оверлоком, да, то есть в тканевой такой тесьме идут, в атласной тесьме. Это делается для того, чтобы карманы при носке не деформировались. Но, опять же, всегда проговариваю, что это уровень ателье. Хочу показать вам обязательно норочку, и идет бесшовная работа. То есть на данном пальто вы не найдете ни одного шва. Это новые технологии. Ну, на самом деле, очень, даже я думаю, что по камере видно,
новые технологии. Итак, а мы, как всегда, будем ждать ваши мерки. Это объем груди, бедер и, конечно же, вашу ростовку. Прибавок никаких не делайте. Но и учитываем, что это пальто будет свободного кроя и свободного силуэта. Успевайте и не забываем, что ее мечты о семье Олимпия. Мы, как всегда, идем.